Приветствую вас на моем канале, и сегодня я расскажу о том, как нарисовать один из вариантов личиков для матрешки. Сейчас я делаю набросок карандашом, стараюсь нарисовать симметричное лицо, наметила уровень губ и уровень глаз. Сейчас я рисую глаза. Вспомогательные линии помогают мне сориентироваться, где у меня будут начинаться губы, глаза. Здесь сейчас намечаю нос, рисую волосы. Ну вот уже видно, какое личико будет у матрешки. Раскрашивать я буду гуашью, и в этот раз я решила сделать розовое лицо. Для этого я смешала красный, охру и белила. Охра добавляется для того, чтобы лицо не было поросячьи розовым. После того, как личико закрашено розовым цветом, берем кисточку для двойного мазка. На один край берем розовый, и на другой край кисточки берем сиену. И вот получаются такие веки верхние. Сейчас я рисую брови. Стараюсь, чтобы они были симметричными. Теперь беру ультрамарин, смешанный с белой краской. Получается вот такой яркий голубой цвет. И закрашиваю радужку у глаз. Теперь наношу нижнюю часть радужки, разбеленный еще более светлый оттенок голубого. А теперь обвожу ультрамарином по краю радужки. Осталось нарисовать зрачки. Здесь рисую ресницы. Я решила не делать их пушистыми, а оставить вот такими. Вот глаза готовы. Осталось поставить только блики. Берем красный цвет и закрашиваем губы. Более темным красным делаем обводку губ. И ставим блики. Обозначаем носик. Такой аккуратный будет, маленький. Теперь рисуем волосы. Я смешивала желтый с охрой и добавляла белила, чтобы получился вот такой цвет пшеничный. Ну, и шею тоже нарисуем, и тень.
волосы. Вот, волосы практически готовы. Осталось сделать контуровку лицу. Для этого я использую самый темный коричневый. Умбруженную. И контурую личико. Вот такая. Вот такое получилось личико. Графичное, достаточно яркое.